Идею о погружении в южный регион на встрече с губернатором Вениамином Кондратьевым поддержал главный редактор издания Арсений Оганесян. По его мнению, информационная повестка в регионе не уступает в своей актуальности федеральным темам. При этом человеческие истории неоправданно отходят на второй план. У нас есть свои герои, они есть на Кубани. Я хотел бы, потому что я сегодня отвечаю за этот регион и горжусь тем регионом, чтобы герои знала вся страна. Герои, которые на Кубани достигли высочайших результатов в труде, их должна знать вся страна. Безусловно, с вами согласен. Запустить совместный проект с кем-то из ведущих областных СМИ, когда мы бы брали на принципах информационного обмена, мы со своей стороны брали бы то, что интересно, как раз о чем мы говорим, интеллектуально насыщенные, значимые материалы от них, и, соответственно, предлагали бы к републикации наши материалы. Обмен сегодня информацией, обмен мнениями и политологов федерального и регионального уровня, они сделают ярче информационное пространство, это однозначно. Партнером «Известий» в регионе станет газета «Кубанские новости». На ее страницах появятся материалы федеральных коллег. И наоборот, «Известия» будут площадкой для краевой информации.